А ты ее любил? Какой она была? Вдруг спросит у тебя твоя невеста. Обычной, как и все, бурча едва, одернешь руку и поникнешь резко. Конечно, не любил, об этом все забыто. Конечно, не хочу вернуть ее назад. А если бы войти, и дверь была открыта, а если б посмотреть я мог в ее глаза? Но ведь она не я. Тебе со мною лучше. Она ведь только та, что бросил и ушел. О, если бы найти от сердца ее ключик, то я бы босиком за ней одной пошел. Какой она была? Какие в ней устои? Наверное, от злости сжимала кулаки? Она всегда спасала своею добротою и этим отпускала, любя мои грехи. Какой она была? Наверное, неуклюжей, а может, очень грубой, раз ты теперь со мной. Она могла весной бродить с дождем по лужам, и пахли ее руки душистой травой. С какой она фигурой, какой размер груди, какие в ней цвета всегда преобладали. Я до сих пор забыть не смог ее духи и линии на теле. Так в память мне запали. Какой у нее голос, а как готовит ужин, а что тебе дарила всегда на Новый год? А голос у нее всегда слегка простужен, глаза смешно так щурит и по утрам поет. Но ты ее не любишь? Тебе со мной теплее? Конечно, не люблю. К чему этот допрос? Конечно, не люблю. Я ей одной болею. Глаза ее мне снятся за пеленой волос. Взяв пачку сигарет, опять шагнул за двери. Конечно же, тебе не всегда я врал. Старалась так она отчаянно мне верить, а я ее всегда с тобою предавал.